люди. И так все горит. Облако серого дыма, поднимающееся над территорией Загорского оптико-механического завода. Оно шокировало и напугало жителей Сергиева Посада. 9 августа в 10:40 утра на площадях, принадлежащих пиротехнической компании «Пиророс», произошел сильный взрыв. Ударная волна разрушила производственные помещения на территории завода, выбила окна в домах в прямой видимости, раскидала кирпичную пыль. На место незамедлительно прибыли сотрудники силовых структур, экстренные службы и глава округа Дмитрий Акулов. Через час в округ прилетел губернатор Андрей Воробьев. Картина, представшая перед спасателями, не оставила надежд на то, что обойдется без жертв. На месте происшествия развернут оперативный штаб. На территорию завода продолжают прибывать пожарные расчеты. Здесь весь сергиево-посадский гарнизон в полном составе. Плюс прибывают дополнительные силы из соседних городов. В настоящий момент открытого горения не наблюдается. Пожарные и спасатели ведут разбор завалов. Предположительно, под завалами могут находиться люди. Вся информация стекается в штаб. Разрушен один цех, второй частично поврежден. Плюс во многих цехах повреждено остекление. Повреждение остекления также наблюдается в городе. Идут разбор завалов, они существенные. А версия о беспилотнике на данный момент оперативными службами не подтверждается. Соответственно, также по спискам, которые существуют, когда люди выходят на смену, часть людей может находиться под завалом. Я сейчас как раз и задержался для того, чтобы еще раз со спасателями и всеми, кто работает на месте происшествия, переговорил. Минимум 12 часов займет работа по разбору завалов. На рабочем месте. А где работаете? 48-й. В 48-м цеху? Да. Что, повыбивало стекла и порезались? Ну да, практически слесарка разнесло нас. Ну а пострадавшие, вот вы идете, а есть кто там не может идти сам? Не, у нас все нормально. Ваше предположение, что в каком хотя бы объекте произошел взрыв? А там и пиротехники сидят. Ага. В 10-м корпусе. Да. Николаю проезжающие мимо предлагают подвезти в районную больницу, но его подхватывают коллеги. Быстро достаточно. Я приехал сразу, нас без очереди пропустили, все распределили по местам, все сделали. Всю помощь оказали вовремя. Страшно было? Вообще кошмар. Было с множественными ранами лицевой области. Сейчас хирургами зашито. Сейчас коллеги работают. Да, в процессе до обследования поедет. Какая дополнительная помощь нужна по первым двум? По первым двум пока первая пациентка, она в шоке находится, поэтому даже если с такой транспортабельностью, она не транспортабельна. Эту пациентку сейчас мы дообследуем, и там будет тогда уже решение. В районной больнице все организовано для приема пациентов. Главный врач и заведующий отделение оперативно отреагировали на случившееся. При получении сигнала о произошедшем, возникшей ситуации в городе, нами были предприняты ряд организационных действий, в первую очередь это доразвертывание, точнее освобождение коечного фонда. Мы освободили порядка 40 коек, из них 10 коек отделения реанимации и по 10 коек хирургического, травматологического и терапевтического профилей. Кроме этого, была усилена работа приемного отделения, дополнительно были выдвинуты 3 травматолога, 3 хирурга. Как только стало известно о происшествии в Сергиевом Посаде, 5 человек вышли из отпуска и сразу прибыли в стационар. Трое, закончив смену в своей поликлинике, приехали в центральную. 34 медика остались после смены, чтобы помочь коллегам оказывать помощь всем пострадавшим. Приехали люди из министерства,
узнали у меня, нужна ли или нам помощь. Нам откомандировали из Пушкина, хотя мы справлялись сами. Трех человек, то есть помогали все, откликнулись все мгновенно. У нас прекрасное оснащение, то есть все больные, тяжелые, которые могли, имели возможность по своему состоянию на момент поступления пройти, например, через КТ, им делали сразу КТ-диагностику, исключали внутричерепные гематомы, еще что-то. Понимаем, что уже, в принципе, ребята идут на поправку, и те, кто находится в ближайшие дни, уже вернутся в уютные домашние стены, пожелали здоровья, спросили про необходимость, чем поддержать, помочь, что нужно отреагировать на какие-то сигналы, просьбы и так далее. В принципе, на сегодняшний момент запросов не было, но, тем не менее, мы будем с ребятами на связи. Дай Бог вам наискорейшего оздоровления. Наискорейшего оздоровления. Я прежде всего хочу поблагодарить весь медицинский состав районной больницы города Сергиев Посада в лице Олега Викторовича Дмитриева за ту действительно особую любовь и особое жертвенное служение, проявленное всем пострадавшим в этом событии, страшном событии, которое, несомненно, потрясло весь наш город. Во всех храмах Сергиево-Посадской епархии, во всех храмах Троицы Сергия Лавры ежедневно совершаются сугубые молитвы о всех пострадавших, в коих мы и спрашиваем у Бога наискорейшего выздоровления. А те, кто перешли в мир иной, трагически скончалось, мы, конечно же, молимся о их упокоении. Время у нас 12. Я думаю, что там может 3-4, если придем. Ну, надеюсь. Дальше куда тогда переходим? Дальше переходим, днем на ту сторону перейдем. То есть сейчас все усилия, пока то вот на этот корпус. На этот, который пострадал больше да, всего, да? Всего, да, пока. Где вот был, да? Здравствуйте, старший помощник моего Валерия. Начальник штаба. Привет. Глава. Какие? Какая помощь от нас нужна? Да, помощь, в принципе, все оказываете, потому что воду, питание все подвезли. Угу. Местные. Местные, да? Да. Если какая нужна помощь, я не знаю, у вас всех, да. Я еле дверь закрыл. Вот у меня окошко прикрыто, вот как раз взрыв, пыль такая произошла. Только хлопок слышу, взрыв, и в комнату вся пыль, вот эта вся полетела туда, прям пыль сама летит. В результате чрезвычайной ситуации было повреждено порядка 100 многоквартирных домов, более 600 квартир. Уже через час после взрыва в Сергиев Посад прилетел губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Совместно с главой округа Дмитрием Акуловым он навещает пострадавших в больнице и разговаривает с жильцами нескольких домов, получивших повреждения. Глава доложил о том, что сейчас в каждую квартиру пройду для того, чтобы дефектовку сделать. Угу. Управляющая компания будет делать и мы. Угу. Так что беспокоиться по поводу компенсации всего того, что пострадало, вам не стоит. Буду лично это сопровождать. Прорываем сегодня дефектовку, соответственно, повреждений. На объект вышло порядка 50 человек сейчас, соответственно, проводим работы по выявлению разбитых остеклений, москитных сеток, соответственно, рам и стекол, соответственно, на многоквартирных домах. Задача стоит заменить, соответственно, разбитое остекление. И в данном случае у нас представлена деревянная рама, соответственно, ее меняем на ПВХ. Вот. Сроков, думаю, что уложимся быстро. Сейчас там, в течение 2-3 дней дефектуем все это. Ну и в течение следующей недели устраним все полученные, соответственно, недостатки. На все адреса многоквартирных домах оперативно выходят сотрудники управляющих компаний, фонда капитального ремонта и подрядчики. Делают замеры и отправляют данные на производство. На изготовление оконных блоков требуется несколько дней. Первые установки начали проводить уже 11-12 августа. Жителям ни за что платить не нужно. Все работы ведутся за счет средств фонда капитального ремонта. Валентина Кузьминична-Гутник – одна из тех, в чьих квартирах выбило стекла. Ее дом на улице Воловой, близко к ЗОМЗу, на территории которого и случилось ЧП.
Убыток. Но самое главное, это страшно, это что люди погибли. Вот за людей-то очень жалко. У губернатора, видимо, пришло приказ или какое-то пожелание, что будут вставлять всем. Мы обрадовались. Не ожидала, что так быстро можно все сделать. Работают мгновенно, туда-сюда. Весь мусор рабочие собирают в мешки и выносят в контейнер для крупногабаритного мусора, что оперативно поставили во дворе для этих целей. Для Валентины Кузьминичной такая помощь очень важна. В эти дни она отметила свое 82-летие, и ей было бы просто не под силу выгрести строительный мусор. В кратчайшие сроки по поручению Андрея Юрьевича Воробьева 2 дня назад наши замерщики сюда приехали, за 2 дня приняли 450 заявок. На данный момент заявки все еще поступают. Более 300 окон уже обмерены и запущены в производство. Деревянное окно Валентине Кузьминичне поменяли на пластиковое, двухкамерное, энергосберегающее. Отлив, подоконники и пластиковые откосы – все под ключ. Заменят пострадавшим и балконное остекление. По распоряжению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева люди, пострадавшие в результате взрыва на Зомзе, начали получать денежные выплаты. 11 августа губернатор повторно приезжает в Сергиев Посад, чтобы провести оперативный штаб. Тогда же он идет к транспортной проходной завода, где волонтеры установили траурную табличку. После чрезвычайного происшествия за медицинской помощью обратились свыше 90 человек. К сожалению, одна из пострадавших, Наталья Никитина, скончалась в больнице от полученных ожогов. Семье погибшей положена выплата 2 миллиона рублей. Все, кто тяжело пострадал, а это 5 человек, получат по 500 тысяч, с ранениями средней тяжести по 300 тысяч рублей. Людям, обратившимся с легкими повреждениями, выплатят по 100 тысяч рублей. Мы работаем по выплате по спискам, предоставленным Министерством здравоохранения Московской области. То есть люди обращались в травмпункты, в лечебные учреждения. По этим спискам значится пострадавшим, которым причинен вред здоровью в связи с чрезвычайной ситуацией, 96 человек. По всем заявлениям принято положительное решение, выплата назначена. Большая часть выплат уже проведена, люди уже получили эти деньги, то есть деньги зачислены на счета. Сегодня мы отдаем списки по оставшимся. Занимаемся индивидуально, то есть если у людей будут вопросы, мы готовы всегда ответить и помочь, чем можно. Судьба 8 человек, пропавших без вести на месте взрыва, пока остается неизвестной. И это самая большая беда. Взрыв произошел на площадях, принадлежащих компании «Перорос». К слову, на территории Загорского оптико-механического завода располагается большое количество всевозможных производств. Технический директор «Перороса» Сергей Чинкаев был задержан для дачи показаний в тот же день, 9 августа. Возбуждено дело по статье 217 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности на производстве, в результате чего произошло возгорание на складе пиротехники в городе Сергиевом Посаде. В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты. Они приступили к осмотру. Через 2 дня Сергиево-Посадский городской суд отправляет Сергея Чинкаева в СИЗО на 2 месяца, до 9 октября. Сергей, это могла быть диверсия или подставили вас? Нет, у меня что подставили? Диверсия могла. То есть прям реально диверсия? Вы исключаете халатность именно? Ну, реальные операции, если они были. Я просто не знаю, что было. Свою вину обвиняемый не признает. По словам Сергея Чинкаева, о причинах взрыва ему неизвестно. Версия халатности представляется ему маловероятной. Он не исключает возможность диверсии. На вопрос журналистов о недочетах в обеспечении безопасности обвиняемый ответил, что идеальных людей нет, недочетов всегда полно. Защита намерена обжаловать решение суда. Можем сказать вам только одно, что с данным постановлением мы не согласны, и оно будет обжаловано в апелляционном порядке. Компания «Перорос» была образована 30 лет назад. Занималась разработкой и производством пускового оборудования, пиротехнических изделий, также проведением фейерверочных показов и перевозкой опасных грузов. С апреля текущего года компания признана банкротом из-за задолженности по налогам, сборам и штрафам. Назначен конкурсный управляющий. Почему в центре города находилось опасное производство – этот вопрос к правоохранительным и надзорным органам. Взрыв на территории Зомза нанес серьезные повреждения котельной СТЭК. Она находится рядом с эпицентром. В результате остановилась подача горячей воды в дома на северном поселке.
По распоряжению губернатора через два дня в Сергиевом Посаде поставлены две блочно-модульные котельные. Их смонтировали во дворе жилых домов на улице Осипенко. Четыре дома запустили. И дальше тоже пошло по кругу. Но пока сейчас стравливаем, история проходит. Ну, я думаю, до 18 часов мы должны запустить. Мобильные установки подключили к центральному тепловому пункту. От них запитали горячей водой жилой фонд, который ранее обслуживала на северном поселке котельная СТЭП. На оперативном штабе, который провел губернатор, специалисты пришли к выводу, что возобновить работу пострадавшей от взрыва котельной не удастся. Она в неудовлетворительном состоянии, работать она больше не будет. И она ведомственная, не наша. Задача сейчас мобильную котельную поставить. Слышал, что горячая вода пошла. В первой квартире уже 40 градусов. Мы сейчас совместно с «Газпромом» будем ставить модульные котельные. Здесь. Врезаться в этот же, в эти же коллектора, которые есть, что позволит нам первое тепло дать, если что, не рискованно, это конец сентября. И постепенно будем модули доставлять по мере поставки с тем, чтобы до 30 октября полностью мощность, которая выведена, здесь возместить. Мощности вот этих передвижных котельным немножко выше, чем мы даем с котельной. Значит, если мы, у нас расчетная мощность идет в час 2,3, 2,5 гига, то мощность котельной, мобильных этих котельных 3,5. Вот труба горячая и вода горячая. Ну, правда, пока она еще эта самая. Рыжая такая пока сойдет. Замени горячей воды. Да, воду дали. Полотенцесушитель горячий. Все, спасибо. Автономно, быстренько, все, хорошо. Дали все, вода есть горячая. Конечно, хорошо, спасибо, не оставили нас в беде. Неделя после трагедии. Еще многое предстоит сделать. Отремонтировать поврежденные взрывной волной школы, колледж, бассейн «Луч». Оценить и найти решение для возмещения ущерба людям, потерявшим имущество, оказавшимся в вынужденном простое предприятие. Важно, что в момент трагедии и после каждый на своем месте делал свое дело. Спасал людей, тушил пожар, убирал разбитые стекла, приносил еду спасателям, принимал решения и брал на себя ответственность.